Приветствую всех. Что ж, давайте поразвлекаемся. Акробатка чертова. Так, ладно, поперлись далее. General Knox update to Admiral Mikey, log file number one. Это что я еще собираю такое? Arrived on Pandora and have been investigating where Commandant. Тоже нет. Она как-то все. Deal failed. No. I mean, other than getting impaled by a plate of calamari. Admiral, I expect orders as to my current mission soon. I'll reply when I receive. Давайте пособираем эти эхо. Так. Как всегда, мины. Вот это уже поопаснее будет. Гораздо опаснее. Так, может, что-нибудь, кстати, у них интересное есть? Так, я вас заценю. Так, ребятки. Кройте-ка секретики свои. А, ничего пока интересного я в них не... Сып-сып-сып-сып-сып. Это было, блин, опасно. Что-то мне их неохота ничего собирать, если честно. Ладно, пробиваемся с боями. Хм.
Ясно. То есть мне надо вообще в другую сторону. Воды. Робот, что ли, был, я чуть не понял. Смешно. Не очень смешно, но да ладно. General Knox update to Admiral Mikey log file 2. Куда дальше мне тут? I have to say that every time. Seems a bit verbose when updating you on my current actions and ordeals. Anyway, perhaps this is some kind of a joke, sir. I've begun stockpiling the munitions for what I believe to be the mission at hand. That is retaking Pandora to ensure our control over alien technology, which ensures our intergalactic dominance. When I received a package from you marked orders. Тихо, ты карту открой мне. General Knox update to Admiral Mikey log file 2. Do I really have to say that every time? Seems a bit verbose when updating you on my current actions and ordeals. Anyway, perhaps this is some kind of a joke. Так, сюда надо, скорее всего, пешком забираться, или как вообще? Ну, пошли пробежимся. Contents included a mixtape, 14 sponges, and what I believe to be melted chocolate. I expect this situation to be rectified shortly. General Knox. Размечтался. О, простите. Да ядрить твою налево, откуда здесь столько роботов-то? Ни хрена себе. Засада. Я что думал, я сейчас забегу, да? Хо-хо-хо-хо.
И эта скотина летающая. Эллин, ни хрена себе он мощный. Так. Ладно. Где у меня четверочка? Эй, ты говно летающий, иди сюда. А, вот ты где. А ему кажется немножко пофигу. Да уж, это мощный дядя. Так. Заберу из вредности. Блин, тоже хочу такой костюмчик. Бэтпак, блин, мне бы сейчас не помешал вообще ни разу. Да, жесткая здесь локация, я вам скажу. Ощутил на своем самолюбии просто это очень жестко. General Knox update to Admiral, oh, for God's sakes, I'm not saying that anymore. Jeez. I still have not received further mission orders, despite re-establishing the Crimson Lance outpost on the highway to ensure the security of the depot and control transportation. I even retrofitted our soldier force with newer and more energy-efficient weaponry, increasing our efficiency by 12%. Admiral, I expect a full report within the hour, or I will be bringing this matter to higher authority. Knox out. Куда далее нам тут надо чесать? Ну... Отлично. Ты что, издеваешься надо мной? Чего я приблизить не могу, зашибись. Ох ты ж, блин, засада-то какая. Я чё им сделал-то такого плохого?
Что-то на меня обозлились, я смотрю. Хочется и колется, знаете ли. Так, для начала, почему я не могу, бляха, свести ее? Писец. Убаная карта. Капец. Засада. Так, ну тогда давай подумаем, отсюда вообще выбираться. Жопа просто реальная. Может, поднимусь хоть так. Надеюсь. Отлично, хоть так поднялся, это уже главное, хорошо. Так, ну вот почему карта глючит, вот это мне не нравится очень сильно. Классно, у меня тарантайка слов нету. Нафига? Ни бонусов, ни призов не дается. Зачем я это делаю? А вот здесь меня что-то ждет, походу, довольно забавное, да? Здорово, парни, как дела? Слышь ты? Было понятно, куда я стреляю, было вообще прекрасно. Should see Dr. Zed about engorge. He'll prescribe to almost anyone. Hell, he's not even a doctor. Walking in the front door of the depot is not an option. The code you acquired is for the side utility entrance. Be cautious. Athena out. Жестковато что-то здесь было. Так, ладно. Эта хреновина находится... А где она находится? А, тут мост. Я чувствую, попутешествуемся. Failed it.
Да уж. Прикольно стрелять, когда не видишь, куда стрелять. Так, что это у нас 20? Так, 40-й. 160, 12, зум. Давайте-ка проэкспериментируем с этой винтовочкой. У меня сколько дает? 202. Блин, ладно, попробуем. Пепанзум. Серьезно. Ох, я бы лучше промолчал. Лам-пам-пам. Ну не знаю, как она себя поведет, сейчас проверим. Это не вообще толк. Что никакого бонуса дополнительного она не дает. Потому что тут увеличенная скорость перезарядки мне это не поможет. Admiral, I'm not sure if I've offended you in some previous life and you're exacting revenge by watching me unravel at seams. I received your sit rep written with magic marker on the back of a cupcake. It reads cats are cool. Ладно, мы спасли за последним журналом. My entire life for this position. This echo is to inform you that I will be running the operation from here and will be ignoring all further transmissions from you. Goodbye. I'm having another soldier on the field. Фу, ты, блин, аж поперхнулся. Нет, этим оружием с ней не воевать. Так. Козлина ты. Ох, как я их терпеть-то не могу. Блин, какие же они злобные, это ё-моё. Так, это тоже не подойдет, фуфло какое-то. Короче, дело было к ночи. Я могу сказать одно, это слово говно, не автомат. Я хоть тот взял или не тот?
Вроде этот, да? Да. Все готово. Да уж. Даже оружие топового уровня иногда хуже обычного. Ну и чё ты бежишь? Пит, что ли, мне несешь? Это не черепашка ниндзя идрит налево. Да уж, суровенько. Ну и где этот последний журналчик? Зато попал. Так, вроде чисто. Слушайте, может, насобирает эти пауэркоры дурацкие. Так, 31. 7. Нет. 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 Ничего супер полезного пока я тут не нашел, увы. Прошу прощения, что-то в горле першит в последнее время. Семьдесят два уже, да. Кто здесь вякает? О, привет, ребят. Жить надоело, да? Прикольно. Красиво так смотрится, коп. Так, что у нас здесь? Попасите. Слушайте, вот это вот мне нравится, как сделано. Во многих играх, кто не помнит, идет весь прикол в том, что вы вот, ну, какое есть оно, оно уменьшается, когда вы к нему, ну, ближе подходите. Вы вообще вы ни черта прочитать не можете. Что издали, что сблизи, а здесь вон, пожалуйста. Ой, я слепая обезьяна. Дайте-ка мне прочитать. Anti-Tage Power, Super User. Блин, охренеть тема. Вот это мне нравится.
Серьезно? Oh yeah, that was all me. Ну ладно. Что это у нас тут такое дробовичок, да? Ай. Найпа. Дробовик. Еще полезного нету. Так, я за тебя рад, дятел. А теперь мне задание ждет несколько другое. И оно относится именно к этому периоду. Что ж, друзья, буду на этом заканчивать. Ну, да, я согласен, конечно. Жалко, вот это немного задания здесь сделано через одно место, но все равно интересно. Всем удачи, всем пока!